Твери завершены работы на всех объектах благоустройства, которые были реализованы по программе поддержки местных инициатив в этом году. В их числе и придомовая территория дома номер 2, корпус 1 по улице Бориса Полевого. Жильцы многоэтажки – постоянные участники программы. Жители этого дома участвовали в программе поддержки местных инициатив уже 4 раза. В основе каждого проекта благоустройства – комплексный подход. Яркий пример тому – результаты этого года. Вы сделали практически и безопасность, и ограждение, и видеонаблюдение, и для детей. Вы сделали одно общее дело – благоустройство и комфорт жителям. В этом дворе теперь умное освещение, светодиодные фонари и датчики движения. Возле каждого подъезда новые лавочки и урны. А по периметру детской площадки установлено 3D-ограждение. Тем временем жильцы уже обсуждают новые проекты благоустройства. Довести до ума детскую площадку спортивную, то есть сделать современное покрытие, тротуар нормальный. Будем выходить на проекты и в дальнейшем. Программа поддержки местных инициатив работает в Тверском регионе с 2016 года. Тематика проектов благоустройства разнообразна. Этим летом на первом переулке Красной Слободы открыли детскую спортивную площадку. А жители улицы Кирова решили установить ограждение и автоматические ворота. Многие проекты связаны с асфальтированием дворов и организацией парковок. Всего за время реализации ППМИ в городе было благоустроено около 150 дворов.